Уважаемые телезрители, добро пожаловать в Уфу на матч плей-офф чемпионата России по волейболу. Сегодня Уфимский Урал на своей площадке принимает новосибирский Локомотив. Прямо сейчас нам объявляет арбитров и главный судья Николай Книжников. Вот он на ваших экранах. И второй арбитр, которого, я думаю, нам тоже покажут сейчас на площадке, это Сергей Синиченко. Объявили мы судьи, ждем появления стартовых составов. Пока общие составы на ваших экранах. Это новосибирская дружина перед вашими глазами. Полный состав. Ну, мы все-таки дождемся старта. И очень интересно посмотреть, кто выйдет у Урала. После поражения 0-3 сделают ли какие-то перестановки Игорь Юрьевич Шлепов. Но прямо сейчас состав новосибирского Локомотива. Номер 7, связующий игрок Константин Абаев. Номер 9, диагональный Дражен Лугурич. Номер 14, доигравщик Марко Ивович. Номер 16, Дмитрий Лыдик, центральный блокирующий. Номер 18, доигравщик Алексей Родичев. И номер 20, Илья Скуркаев, центральный блокирующий. Пара лидера, Роман Мартынюк, номер 1. И Семен Кривиченко, номер 27. Главный тренер команды Пламен Константинов. И мы видим одно изменение в составе. Нет Сергея Савина, его заменил Родичев. Стартовый состав Урала. Номер 2, Гордон Перин. Доигровщик. Номер 3, диагональный Евгений Рыбаков. Номер 4, центральный блокирующий Дмитрий Калинковский. Номер 11, связующий игрок Роман Порошин. Игровой капитан команды. Номер 17, Егор Феоктистов. Доигровщик. Номер 23, Максим Куликов. Центральный блокирующий и два либера. Номер 10, Роман Брагин. И номер 13, Сергей Бондарев. Главный тренер Игорь Юрьевич Шулепов. Старший тренер Юрий Геннадьевич Лисицкий. В общем, все действующие лица названы. На ваших экранах расстановка Локомотива. Ну, у нас вот один либеро там вместился. Но вот все прямо сейчас Роман Мартынюк на площадке. Кривиченко выходит, я так понимаю, в защиту, да? Судя по первому матчу, вот расстановка уфимского Урала на ваших экранах. Все готово для начала этой встречи. Мы ждем, кто будет первым подавать. Затягивается у нас пауза. Видимо, какие-то уточнения нужно сделать арбитрам. Ну, а затем мы все-таки посмотрим, кто первый подает. Первыми подают уфимцы, как я понимаю. Да. Так и есть, уфимский Урал будет подавать. Уточнили расстановку. В общем, все готово для начала этой долгожданной встречи. Рыбаков. Неплохая подача. Марко Ивович, и попадает Марко Ивович в площадку. Что интересно, Локомотив-то начал с такой довольно неприятной расстановки, да, когда доигровщик находится во второй зоне, а диагональный четвертый. Ну, вот так вот безболезненно на подаче Рыбакова удалось гостям сняться. Марко Ивович подает, отличная подача, но ее смягчает Рос Порошин на Рыбакова, и того смягчает. Не очень приятный такой эпизод. Лугурич, Рыбаков сам в защите. Ну и единственный вариант здесь Феоктистов, который сбрасывает на тройном. Абаев страхует. Кривиченко поднимает на Дражена. Дражен обманул в этой ситуации сам себя. Хотел так технично вкатить под вторую, между второй и третьей зоной, как я понимаю, да? Но, видимо, пока еще не разогрелся лидер гостей. Ну, в первом матче какие-то фантастические цифры в атаке. 70% атак реализовал Дражен Лугурич. Феоктистов. Плотная подача в Мартынюка, но тот делает доводку на плюс-плюс. Правда, не самая удачная передача. И уфимцы мяч в защите достают, хотя, конечно, могли и шанс на контратаку себе позволить. И Марко Ивович забивает Пайпер.
сожалению, для уфимцев. Ну, а вот Юрич пока единственный человек Локомотива в этих трех розыгрышах, которые прошли, который набирает очки. Илья Скуркаев и его довольно неприятный планер мы сейчас будем наблюдать. Или все-таки силовая? Все-таки планирующая подача летит. Феоктистов снизу не самым удачным образом принимает. И сам же на тройном блоке. Очень грамотно Егор Феоктистов действует. И счет сравнивает. 2-2. Максим Куликов будет подавать. И Дмитрий Калинковский появляется на передней линии. Говорил я с Дмитрием Калинковским перед матчем. Сказал, что команда заряжена сегодня биться, команда заряжена сегодня побеждать, отступать уфимцам некуда. Ну, если такой настрой действительно будет у Урала, то, я думаю, шансы на победу довольно высокие. Было смягчение, но Максиму Куликову, центральному защитнику, крайне сложно обороняться. Вообще, в принципе, неважно, там в пятой или в шестой зоне он находится. Если бы он был футбольным вратарем, то перевел бы мяч на угловой, но все-таки в этот раз не получилось у него правильно действовать. Югурич шикарно подает. Перина выбивает. Перин на тройном. И Перин находит руки блокирующих. Гордон прям уверен. В этом вообще, конечно, в первом... Ну, давайте мы сейчас посмотрим. Ну, сложится, конечно, сказать. В первом матче, конечно, был такой интереснейший эпизод. И мы много читали в СМИ об этом, как палец дергается во время касания блока, и в итоге после просмотра судьи показывают, что был аут. Причем, ну, после матча вот я с волейболистами пообщался, волейболисты Урала рассказали, что игрок Локомотива признался, что в том эпизоде касание блока все-таки было. Как будет в этот раз? Давайте мы посмотрим. Да, запрос Урала удовлетворен, мы молодцы арбитры. Что увидели с челленджа, это касание. Но я думаю, что Николая Книженку и Сергея Синченко было сложно увидеть касание в этой ситуации. Ну, а Гордон Перин набирает свое первое очко в матче. Роман Порошин отправляется подавать. Порошин. Неплохая подача. Мартынюк. Лызик, есть смягчение. Кто будет пасовать? Феоктистов пасует на Рыбакова. Очень близко, но Рыбаков скинул, но все-таки коснулся Евгений. В этой ситуации, тем не менее, Игорь Юрьевич Шулепов заводит свою команду. Но мы видим, что трибуны постепенно заполняются. Довольно немного болельщиков прямо сейчас на трибунах. Но вообще, практически где-то 80% на этот матч или 75% продано билетов. В общем, заявка, которая должна быть, она вроде как раскуплена. Родичев. Говорят, что сегодня в Уфе пробки, и добраться особенно в город проблематично. Калинковский не забивает. Это такой тревожный сигнал. И сразу же мы посмотрим назад для запасных. И что пока Калинковский, ну, не сильно впечатляет своей игрой, к сожалению. Вот сейчас ошибся. 5-3. Причем так уверенно каждая команда держала съем. А в итоге первое брейковое очко. Причем из-за ошибки Урала. Родичев продолжает подавать. Подача под номером 2. И причем на грани заступа была... Рыбаков на высоком мяче, но Рыбаков опять не забивает. И для уфимцев это вообще очень такая болезненная тема. Почему? Потому что, ну, в запасе есть только Никита Иванков, который все только-только первый сезон начинает проводить в Урале. И здесь, конечно, тоже интересный эпизод. Мы обращали внимание в первом матче, что Дражин Лугурич на высоких мячах делает только сброс. Особенно, когда видит тройной блок, видно, что это прям, ну, какое-то тактическое задание. И дважды сейчас Лугурич на групповом мяче сбрасывал, и уфимцы, ну, практически не готовы к этим скидкам, что немножко печаль, наверное, местных болельщиков. Кривиченко. Есть контратака у Урал. Лугурич и блок. А, вот, к сожалению, Дражин Лугурич делает. Thank you.
Лызик забивает и делает счет уже 8-3. Довольно неприятно для уфимцев. Первый тайм-аут игры Чешулепова. Ну, так вот, один момент, да, собственно, ошибка от первого темпа, и как уфимцы немножко посыпались. Алексей Родичев готовится подавать. Брагин принимает и 9-3 Локомотив начинает вести. И это только начало. И опять же, вот самое грозное оружие новосибирцев работает. Да, Роман Брагин был выбит с приема. Крайне такая неприятная ситуация. Родичев, ну, наконец-то Родичев сам ошибся для уфимцев, потому что, я думаю, долго они ждали этого технического недочета. Очень-очень много потеряли игроки Урала на подаче доигровщика Локомотива. И вот сейчас Гордон Перин. И снова Алексей Родичев забивает. Как будто вообще заметили они потери Сергея Савина. Ошибка. Дмитрий Лузик ошибается. И Илья Скуркаев забивает. 11-5, да, прошу прощения. Классный первый темп. Илья Скуркаев, никаких шансов. Ну, конечно, такой интересный вход в зону получился. И новосибирцы набрали 11 очко. Абаев. Хорошая подача. Первый темп от Куликова. Все в защите поднимает Новосибирск. Ивович сброс. И 12-5. Как-то рассыпался Урал прямо сейчас. И ответочка такая. Получилось от Локомотива очередное набранное очко. И 13-5. Да, не самая приятная картина прямо сейчас на площадке. По-другому не скажешь. Абаев, укороченная подача. Рыбаков. Ну, наконец-то Рыбаков забивает. Соскучились уфимцы по его набранным очкам. Кстати, в первом матче у Урала был самым результативным игроком матча. И объявляет, что Сергей Николаевич Греков, глава городского округа города Уфа, присутствует на матче. Рыбаков. Рыбаков, к сожалению, ошибается. 14-6. Урал пока по-настоящему разгромлен в первом сете, хоть он еще не закончится, но есть ощущение, что мало что получится у уфимцев в этой партии.
Ивович, еще одна подача на вылет. Ну вот, Феоктистов, ну, практически на вылет. Я имел в виду, что не самый удачный прием, да, явно, не на плюс-плюс. Но 7-14, и наконец-то забивают уфимцы двукратное преимущество. Прямо сейчас у Локомотива Егор Феоктистов будет подавать. Ну, наверное, вот пока Егор выглядит одним из самых надежных игроков. Идеальная доводка, Куркаев сброс. Как-то не хватает прям эмоций на стороне Урала. Есть ощущение, что Игорь Юрьевич Шлепов уже ближе ко второму сету, возможно, начнет менять своих основных игроков. Не видно заряженности, за счет которой волейболисты Урала могут хоть как-то зацепиться. Куркаев. Планирующая подача. Феоктистов снизу. Не самая удачная доводка. Гордон Перин забивает. Быстрый мяч. Хорошо увидел, что Лузик примкнул к центральному. Это расстояние с 4 по 4 было. И его как раз заметил Гордон Перин. Куликов. Ну, все идеально принимает Новосибирск. А, вау, такой вот Лузик. Но я не думаю, что прям вот с таким приемом у Новосибирска будут проблемы. Пока. Пока практически никаких трудностей у уфимцы на подаче не предоставляет. Куликов, более того, еще из планера ошибается, к сожалению, для Урала. 16-9. Дражин Лугурич. Будет подавать. Ивови. И его чехлят уфимцы. Ну, может, вот этот вот эпизод придаст какой-то уверенности. Порошин. Ну, я думаю, что подача это летела в аут. Константин Абаев. Передача на Родичева. И вот сейчас уфимцы на Рыбакова. И Рыбаков 12-16 делает счет. Порошин. По-моему, и та подача, да, летела в аут. Ну что ж, 17-12. Вот такой вот небольшой рывок сделали уфимцы. Минус 5. Ну, было, при счете 7-14 было минус 7. Сейчас минус 5. Два мяча отыграли. Но если сейчас свой съем выдержит, то можно и дальше потихонечку по два брейковых очка набирать. Но Родичев, на его подаче был самый большой скачок у Локомотива. Правда, у него сейчас вторая ошибка подряд в этом техническом элементе. И 13-17 счет становится. Гордон Перин готовится подавать у Урала. Его подачи пока, откровенно говоря, не хватает уфимцам. Вот Гордон подает и сразу же делает эйс. 14-17. Думаю, что Пламен Константинов сейчас незамедлительно будет брать тайм-аут. Прям прочитал мои мысли Пламен Константинов. Нажимает он на специальную кнопку. И тайм-аут при счете 17-14, вот тогда. Потихоньку у нас, я вижу, зрители прибавляются на трибунах, но по-прежнему, мне кажется, что не все, кто купил билеты, смогли добраться до стадиона «Динамо». Показывает нам хайлайты, вот ошибка Дмитрия Лызика. По сути, то, с чего началась погоня уфимского Урала, на вот этот красивейший эйс Гордона Перина в Мартынюка.
Ну что ж, 14-17, отличный рывок сделали уфимцы, но хватит ли их на более серьезный шаг, покажет только время. Пока на этот вопрос ответить в любом случае сложно. Продолжает Гордон Перин подавать после тайм-аута, что покажет. Также заряжает, и Иович выходит и на плюс-плюс принимает. Дражен Лубарич, ну, Брагин вроде бы неплохо по месту выходит, но пока не получается как-то защищаться, да, от этих атак. Брагин с улыбкой на лице даже реагирует. Ну и у нас пришли горячие новости параллельных матчах. Те, кто хотят посмотреть встречи в записи, то отключите звук, потому что сейчас я объявлю результаты. Два «Зенита», питерский и казанский, прошли финал шести. Питерцы в упорнейшей борьбе в Нижневартовске победили со счетом 3-2 Вигрус и Матлор. Там была настоящая заруба, и благодарим Вигрус и Матлор за этот сезон. Действительно дали настоящий бой, парни. Молодцы, ничего не скажешь. Ну, а в Красноярске со счетом 3-1 победил казанский «Зенит». Ну, тоже вот как-то уже получше, да, стало. Хозяева даже зацепили одну партию, но для красноярцев этот сезон закончен. Иванков выцеливал линию Ильича, но не получилось. Никита Иванков, кстати, вместе с Виктором Пивоваровым недавно ездил в Стерлитамак и там играл за местный Тархан. И помог команде победить со счетом 3-2. Виктор Пивоваров скоро появится на площадке у Урала. Я думаю, что тоже на подачу вместо центрального Куликова. Феоктистов тут просто шикарно крутит. Егор по рукам в этой партии. 16-19. Евгений Рыбаков. Ждем от него подачи, потому что, ну, Рыбаков вообще главная сила Урала в этом компоненте. И пока от Рыбакова была ошибка, и, по-моему, просто там мяч выгрузил, но снова ошибка Рыбаков. Ну, как-то так странно мяч подбрасывает. Да. Первый сет, откровенно говоря, диагональный Урала проводит не на самом высоком уровне. Марко Ивович! Второй по силе подающий новосибирцев. Заряжает мяч в аут, ну, пока пристрелка не прошла. Ну, вот тут противостояние Ивовича и Перина, о котором так много говорят, пока что выигрывает. Пока что выигрывает легионер Урала. Феоктистов неплохо подает. Лубурич забивает и замена. Виктор Пивоваров на задней линии поменяет Егора Феоктистова. Выходит Виктор в прием. Я так понимаю, помочь на задней линии. Но Пивоваров, думаю, что может и Спайпа удивить. Ну, прием у Феоктистова был не самый лучший, да? По крайней мере, с планирующими снизу он там не так уж ярко выводил. С одной стороны, с другой стороны. Ну, в атаке Феоктистов был максимально надежным. Есть! И 18-21. Обычно Пивоваров выходил на подачу, да, вместо центрального блокирующего. Сейчас Пивоваров на задней линии. Куликов. Неплохая подача. И просто вколачивает этот мяч Дражен Лубурич и отправляется после успешной подачи. Ой, после успешной атаки на подачу будет подавать диагональных гостей. Закрывает там прям целенаправленно, по-моему, Пивоварова. Я думаю, что его проверит Лубрич. Так, Калинковский в приеме. Сам же в атаке забивает Дмитрий Калинковский. 19-22. Ну, уже неплохо. Какой-то там шанс на рывок у Урала все-таки есть. Роман Порошин. Далеко в аут. Вторая ошибка от Романа Порошина подряд. 23-19. И Алексей Родичев
готовится подавать, и перед его подачей берет тайм-аут Игорь Шулепов. Закончился перерыв, Алексей Рудичев подает довольно неплохо, Рыбаков откручивает от рук центральных блокирующих, и 20-23, но нужен какой-то рывок, какой-то скачок. У финцев пока обратная замена у Урала. Пивоваров площадку покидает, возвращается на поле Егор Феоктистов. Гордон Перин, и ошибается Гордон Перин, и, наверное, для уфимцев это практически переговор в первом сете. Лызик. Ошибается Лызик. У него не все отлично с подачей. Дмитрий Калинковский будет подавать. Урала. Киевич, идеальная доводка, Куркаев, и на этом все. Первый сет завершен со счетом 25-21, выигрывает новосибирский Локомотив. Мы уходим на небольшую паузу, а дальше продолжим работу в эфире. Финцы интересно. По сравнению с прошлым сетом, никаких изменений в составе той и другой команды нет. Ивович ошибается. Марк Ивович, третья его ошибка в этом элементе. И Гордон Перин будет подавать. Ну вот Гордону Перину очень важно, я думаю, после этой ошибки сделать эйс. Перин выбивает Ивович из приема, утягивает соперников к пятому метру. Как так вообще у финцев прыгнули на блок, вообще непонятно. Напрашивается выход Леонида Кузнецова, капитана Урала, потому что с таким настроением у финцев не выиграть. Не выиграть. Там эта передача на Лубричева с пятого метра, она вообще читалась откровенно. Он просто под руки сбросил. Там даже не дошли блокирующие до этой зоны. Как так, не объяснить. Ну и Рыбаков еще к тому же ошибается. Причем из такой выгодной ситуации, когда вообще надо было 100% мяч вколачивать. Вот смотрите еще раз на повторе. Там Лызика просто нет. Одиночный блок, Рыбаков бьет в аут. Ну и выйти вместо Рыбакова, я думаю, просто не... Я не умоляю достоинства Никиты Иванкова, но пока просто некому, так как Иванков, ну сами понимаете, первый сезон Суперлиги, и то там из-за ухода Музая его в состав финцев добавили. Куркаев смягчает эту атаку, Лубарич скатывает, ну вот наконец-то Брагин страхует, и, ну ух ты, тут и Гордон Перин уже, ну что-то вообще у финцев перемудрили, Лубарич просто скатывает, ну надо Феоктистову уже отдать, Рыбаков, наконец-то Евгений проломился, направление 5-6 зоны, стыковое он свое излюбленное выбирает и забивает, 2-2, очень долгий розыгрыш, но он как-то должен пойти на пользу Урала. 2-2, пока Локомотив не слишком уж заряжен в дубле. На этот сет, прямо скажем, ну... Калинковский подает.
Вот Рост смягчает эту подачу. Лубурич! И сетки коснулись у Финкса, по-моему. Помимо того, что Лубурич забил. 3-2. Опять же, как-то засыпает Локомотив вначале. Не сказать, что Локомотив что-то сверхъестественное делает. Но у Финкса свои шансы не реализует. И вот сейчас как раз Шулепов очень активно с Каменковским разговаривает. Но я думаю, что тут уже, возможно, нужны кадровые какие-то перестановки у Урала. Лубурич ошибается. Урал набрал 3 очка, из них 2 ошибки на подаче Локомотива. Причем подавали 2 лучших игрока в этом элементе у новосибирцев, Лубурич и Ивович. И если они ошибаются, и Лубурич сколько доигровочных мячей не забивал, то, наверное, пора Уралу проснуться. По-другому выиграть как-то не получится. Да, соперник ошибается. Вот сейчас как раз на этом надо его и ловить. Снова Ивович, не самый удачный прием. Родичев на тройном блоке. Вот Гордон Перин, отличная защита. Куликов шикарно действует. Хоть и Пламен Константинов показывает, что был небольшой бросочек, он так очень сдержанно это действует. Николай Книжников показывает, что ничего не было. Смотрим еще раз на вот это. Да, вообще этого никто не ожидал. Ну, здесь Лызик как-то так нерасторопно действовал. Возможно, если бы он не пытался даже этот мяч помешать, кто-то из игроков защитной линии не смог бы этот мяч достать. Евгений Рыбаков, 4-3, очень много у него было ошибок на подаче. Нужно исправляться Рыбакову. Не самый удачный подброс, но отличная подача летит в Мартынюка. Родичев и Филактистов пытался защитить. Такое ощущение, что они как-то так с Брагином конфликтовали. Но в этот момент не разобрались, кто именно будет играть. Возможно, Брагину было намного удобнее в этой ситуации. Родичев. На его подаче, напомню, начался главный скачок Локомотива в прошлой партии, но потом последовали 2 ошибки подряд. Что будет сейчас, неизвестно. По-моему, даже на грани заступа Родичев подавал. Куликов, и Брагин в защите пытался, но мяч поднять, но не получилось. Ногой, такой немножко футбольный элемент, но неприятный эпизод для уфимцев в том плане, что закрыли первый темп. Пока первый темп у Урала не работает от слова совсем, да, и если вот этот вот удар обманный за головой еще как-то можно посчитать за очко, то, ну, вот остальные моменты, Каленковский сеткой, Куликов в блок, заступ, наконец-то, там и в прошлом эпизоде был заступ, на самом деле, я немножко не понял тренерский штаб Урала, который не взял этот повтор. Ну, вот тут еще такой момент, Родичев в белых кроссовках, он там на линию так заступает, совершенно непонятно. 5-5. Егор Феоктистов. Хороший подброс. И в площадку попадает Егор Феоктистов. Все-таки будет челлендж, но мяч попал в площадку. И 6-5. Впереди уфимский Урал. А мы ждем решения арбитров. Посмотрим, что они увидят в этом эпизоде. Но здесь, надеюсь, что все-таки будет попадание в площадку. Мяч в площадке, никаких вопросов нет. И это очередное очко уфимскому Уралу, благодаря которому уфимцы выходят вперед. И Егор Феоктистов будет подавать. Ну и у нас потихоньку заполняются трибуны. И на стадионе «Динамо» оживает так атмосфера. И Феоктистов еще одна отличная подача. Ивович! Забивает Марко Ивович. 6-6 счет становится. Лызик будет подавать у гостей. Центральный блокирующий. Брагин принимает, и Куликов, ну что случилось? Первый темп за головой не попали, да, ну с темпами у Урала какая-то проблема. Причем Куликов видел этот мяч, и куда он его пропускал? Мог же замахнуться, но, видимо, заряжен был на имитацию. Как-то поникли сразу уфимцы, такого вообще не должно быть, потому что им некуда отступать. Позади плей-офф, позади Уфа, и ну, действительно, отступать просто некуда. Ну и тут как не доборолись игроки Урала. Как не доборолись, такие простые мячи падают. Ну как-то Куликов снег вообще после этой ошибки. Надо завестись игрокам Урала. 8-6.
простая подача, на самом деле, от Лузика. Он подавал намного сильнее в прошлые разы, но вот, видите, все получилось не так удачно. Брагин принимает, и наконец-то Гордон Перин забивает 7-8. Хороший эмоциональный толчок. Тут и Калинковский появляется на передней линии. Но мы видим, как активно разминаются сразу три запасных у уфимского Урала. Леонид Кузнецов, Виктор Пивоваров и Никита Иванков. Там есть еще и Никитин, если вдруг в доигровке все не так хорошо пойдет. И Гордон Перин практически смог один в один остановить Дражина Лугурича, но все-таки Лугурич волейболист очень высокого уровня, и вот так вот с ним действовать намного сложнее. Абаев. Принимает Гордон Перин. И Калинковский забивает первым темпом. Нужны вот эти эмоции Уралу. 8-9. Ну, по крайней мере, на фоне прошлой партии намного оптимистичнее шансы Урала на выигрыш будет. Ну, посмотрим, как все будет складываться дальше. Порошин. Хорошая подача, но Мартынюк идеально принимает. Ивович. Марко Ильич затянулся в воздухе, выпрыгнул и забил. Ивович укорачивает. Гордон Перин к этому готов. Сам же в атаке. Просто шикарно Гордон Перин действует. Заметили ли, какая у них с Ивовичем перестрелка, да? Есть информация, что следующий сезон Гордон Перин продолжит в новосибирском «Локомотиве». Об этом писало авторитетное издание «Бизнес Онлайн». А вот Марко Ивович покинет команду. И вот я уже с первого сета вижу, насколько эти игроки друг друга выцеливают. И я скажу, что пока, если брать индивидуальный результат, то выглядит посильнее. Выглядит посильнее Гордон Перин. Здесь уфимцы! И... ну как так небрежно играют они? Была отличная возможность, чтобы выиграть этот мяч. Снова Калинковский цепляет Куркаева. Еще раз кто? В итоге Лугурич забивает Новосибирск. Но я думаю, что этот момент за защиту Урала можно похвалить. Но такие эпизоды надо выигрывать. По-другому никак. Калинковский красавец на самом деле, он, по-моему, три раза Куркаева зачехлил, но почему Дмитрий Калинковский вот так вот небрежно все-таки сыграл в том, где, конечно, вопрос. Но, тем не менее, в любом случае остановил Куркаева, а здесь Калинковский не сумел постраховать от сетки на дачу Куркаева. 12-9-2 каких-то вообще маленьких эпизодов Урал проигрывает сам, отдает, и, по сути, уфимцы, ну, могли счет уже 11-11. Куркаев продолжает подавать. Каксисов идеально просто сверху доводит. Калинковский. Вот она, атака первым темпом, которая нужна. 10-12. Я думаю, много злости Дмитрий накопил за два прошлых эпизода. И сейчас бы эту спортивную, хорошую, характерную злость отразить в подаче. По крайней мере, там к пятому метру куда-то отжать соперника. Ивович, ну, более-менее. Абаев уже снизу пасует. Ну, видно было, что в этот стык пойдет Лугурич. Почему уфимцы не смогли закрыть направление? Непонятно. Ну, понятно, что это сложный и Дражин волейболист высокого уровня, но там одно было направление с такой передачей. Одно. В линию не мог. Стык, да вряд ли. Ну, вот он пробил по диагонали туда, куда хотел. Тут еще надо площадку в порядок привести. Ну, специально обученные люди это сделали. Лугурич. Ошибается Дражин Лугурич. Не пошла ему эта пауза на пользу. Евгений Рыбаков. Ответ от диагонального Урала. Сейчас или никогда. Рыбаков должен что-то со своей подачи выигрывать. Обязан что-то выигрывать.
для Урала. Хороший подброс, это эйс от Евгения Рыбакова. Выбивает он Ивовича, и 12-13. Там прям по подбросу было понятно, что Евгений Рыбаков сделает эйс. Ну не прям уж эйс, да, у нас нет такого телепатического уровня понимания волейбола, но было понятно, что удачно подбросил. Как и сейчас, в принципе, тоже. Мартынюк, идеальная доводка, и Брагин мяч достает в защите Рыбаков. Передача сверху, неплохая, Феоктистов по рукам крутит, Мартынюк достанет, Лугурич на высоком мяче, да сбросит он, не откатит, и это ваут, очень неуверенно себя на высоких мячах чувствует Дразин Лугурич, и ему сейчас как раз показывают. Так, ну что, здесь никакой ошибки не было в исполнении второй передачи, потому что я сам переживал за Евгения Рыбакова в этом эпизоде, почему не снизу, а сверху. Ну, элементарное давление на арбитров, но Николай Книжников, арбитр, он бы уж точно увидел какую-то небрежность, если бы она была у Рыбакова. Ну, там идеальная просто передача, идеальная передача по качеству. То есть никаких вопросов не было, это второй эйс! Мяч не коснулся площадки, вот дают. Вот это да, здесь касание, но мяч в поле попал. Буду смотреть сейчас. Это очень сложный момент. Я надеюсь, что в Уфе смогут найти камеру, с которой посмотреть. И я надеюсь, что арбитры вновь дадут, как и в первом сете, по касанию блока, не в самом сложном эпизоде, правильное квалифицированное решение. А у Локомотива готовится двойная замена. Игорь Тисевич и Павел Круглов поменяют Дражина Лубурича и Константина Абаева. Тисевич и Павел Куклов играли здесь в заключительном матче для Урала регулярного чемпионата России. Тогда гости победили со счетом 3-0. 13-13 на табло. Пока что. Ждем решения арбитров. Очень-очень спорный и очень важный момент. С моей точки показалось, что это было поле. Так. Невозможно посмотреть. Я так понимаю, что у Урала сохранят просмотр. Сложный эпизод. Я говорил, да, что с технической точки зрения посмотреть его проблематично. Но показалось, что все-таки мяч в площадку попал сначала, уже потом в руку. Замена. Павел Круглов меняет Абаева, а Тисевич меняет Лугурича. Алексей Родичев будет подавать. 14-13. Но я скажу, что в том эпизоде в любом случае уфимцы должны были забирать очки. Должны были забивать доигровочный мяч. То сейчас что уже сделать? Родичев принимает Ирину. Родичев впервые за три подачи без ошибки действует в этом элементе. Ильиченко мяч поднимает. Тисевич, передача на Круглова. И Павла закрывает уфимцы. 14-14. Очень важный момент, потому что двойная замена прямо сейчас не сработала. Егор Феоктистов после этого успешного блока отправляется подавать. И это очень-очень важный момент для Урала. Феоктистов. Тоже хороший подброс и в Мартынюка. Где-то мяч на шестом метре. Тисевич. Ивович на тройном и достает этот мяч. Сейчас Феоктистов. Евгений Рыбаков. 15-14. Вот это характер командный. То, чего вообще уфимцам не хватало в первом сете. Они как будто, ну я не знаю, как будто не проснулись. А вот сейчас уже есть ощущение, что Урал играет дома. Урал начинает эти тягучие мячи в защите, в доигровке доставать. И совершенно иная игра получается. Феоктистов. Еще одна подача. Мартынюк.
Фрибол! И хо-хо! Гордон Перин! Да, я думаю, сейчас Майкл Джордан скажет, кто этот парнишка, как он сделал этот слэм-данк. Посмотрите еще раз на повторе. Оп! И вообще без шансов. 16-14. И вновь мы отметим работу арбитров, которые грамотно оценили эпизод. Никакого броска не было, хотя давление с новосибирской стороны было. И тайм-аут берет Пламен Константинов. Вот тогда. Вот сейчас как раз Савин продолжил это давление. Капитан, который находится в квадрате для запасных, он подошел к Мижникову и что-то сказал. Егор Феоктистов продолжает подавать после тайм-аута и начинает гнать его трибуны вперед. Снова хороший подброс Мартынюк. К третьему метру отжали. Круглов. Его есть. Смягчили Родичев. Ивович смягчил его Роман Порошин. И сзади есть Рыбаков. Но передача на Гордона. И что тут? Не два касания. Ну неужели не два касания? Несмотря на блок, что тут было? Надо нажимать на кнопку в любом случае. По-моему, даже прихватил. Вот сейчас интересные моменты, очень важные. Но мне показалось, что это чистая ошибка у Павла Круглова. А другой вопрос, сколько просмотров осталось. Вот с той камеры, которую нам показывали, ничего не было видно. И по логике у Урала должно остаться два просмотра, а не один. Но мне что вот интересно в этой ситуации? Мне интересно, смогут ли опять же этот сложный эпизод судьи рассмотреть. То есть тут надо прям внимательно смотреть. Без комментариев. Без комментариев этот эпизод. Если вам на экране показывали Игоря Шлепова, то я думаю, все будет с ним солидарны. Уизик. Есть прием от Феоктистова, причем идеальный Куликов! Это просто пушка страшная. От Максима Куликова. Прекрасный первый темп. И Макс отправляется на подачу. Ошибается Куликов, выцеливал Ивовича прям по линии. Тут в такой ситуации надо просто хотя бы мяч в игру вести и зацепиться. Видим, что двойная замена не работает у Локомотива. Видно, что они не так хорошо действуют. И надо продолжать эту битву. Надо продолжать эту битву Уралу. Круглов! Неплохая подача Феоктистов, справляется Перин. В атаке тут уже понятно заранее было, кто будет нападать. И Гордон это делает. 18-16. Забивает Джон Гордон Перин. А слушайте, ну у нас уже так потихоньку, я думаю, как раз вся квота на продажу билетов в Уфе заполнена. Есть какие-то там незабитые места в центральном секторе, но практически все боковые особенно проданы. Что приятно радует. Круглов, атака, и отлично действует Рыбаков. Сейчас перебрасывает, отлично действует Брагин. Это не бросок. Вот кому-кому, а вот именно игрокам, особенно Ильясу Куркаеву, Джордан точно завидует. Потому что такого бросочка, мне кажется, даже у Майкла Джордана не было. Ивович. Ой-ой-ой, хотел он сбить щит нашего партнера телеканала Башкортостан 24 своей подачи, но благо никто не пострадал, не пострадали и баннеры, а Ивович ошибается и приносит 19 очко Уралу. Гордон Перин. Ивовича к 8 метру отжимает, и Родичев снизу сбрасывает вот так.
Феоктистов, есть страховка, и Рыбаков мяч поднимет. Перин, Круглов, Куркаев первым темпом, аут. Двадцать-семнадцать. Ну, вот это вот движение снизу одной рукой, конечно, такое в динамике. Хотелось бы посмотреть этот эпизод, но в любом случае очко достается Уралу. Значит, все сложилось так, как должно было сложиться. 20-17. Гордон Перин на подаче у Урала. Отличный просто подброс. Ивович на этот раз идеально доводит. Вбрасывает на Круглова. Круглов по линии забивает. 18-20. Лызик появляется на передней линии. И сейчас мы посмотрим за планером Куркаева. Я уж не думаю, что будет силовую он в такой ситуации вкладывать на полную. Хотя у него вот опять же, да, вот этот вот подброс правой рукой одной, он маневренный. В том плане, что может и силовая, может и планирующая. Тут непонятно. Феоктистов идеально просто сверху доводит. Сам в атаке без шансов просто для Локомотива. 21-18. И Урал забивает. Калинковский выбивает Ивовича снова с приема. Родичев! И как? Родичев сумел проломиться через тройной блок. Можно нам повтор посмотреть, пожалуйста? Спасибо большое нашим режиссерам. Как будто вообще по высоте, что ли, не знаю. Сложно. То ли Феоктистов не успел перестроиться, то ли там Куликов не то закрыл. В общем, непонятно, но такой показательный эпизод. Тисевич подает, у него не самая плохая подача. Рыбаков сейчас или никогда, ну надо забивать. Перебрасывают уфимцы этот мяч. Первый темп, нет, это Павел Круглов. И Круглов забивает, ну Рыбаков, самый ответственный момент сейчас. Отличнейшая передача на него шла, но Евгений не сумел забить. Тисевич будет подавать у Локомотива, еще одна его подача. Феоктистов в приеме. И Феоктистов в атаке. И вау, бьет Феоктистов. Тайм-аут прямо сейчас будет. Или не будет. Перерыв. После того, как Игорь Тисевич получил мяч. Ну вот, двойная это по итогу сработала, да? Прямо сейчас. Тисевич своей подачей доставил трудности, но... Сейчас да, Урал подходил с преимуществом плюс 3, но прямо сейчас это преимущество растаяло и улетучилось. И Игорь Тисевич отправляется на подачу. Феоктистов, отличный прием. Гордон Перин! 22-21. Евгений Рыбаков. У него был один эйс уже в этом сете. На подаче Рыбаков принес очко своей команде. И сейчас под его подачу берет перерыв Локомотив. Закончен у нас тайм-аут. Команды возвращаются на площадку. И Евгений Рыбаков попытается сделать эйс. Повторить свой прошлый успех. Рыбаков после тайм-аута. 22-21. Урал впереди. Шикарно подает Рыбаков.
первый темп. И первый темп забивает. Локомотив. 22-22. Ну, в какой-то степени тайм-аут помог новосибирцам, потому что после этой подачи они смогли использовать первый темп. Определенный ритм сбили. Родичев. Что он покажет? Неплохая подача, но и много ошибок у него было в этом элементе. Брагин принимает. Гордон Перин атакует, но Тисевич мяч в защите поднял. И Круглов. Есть смягчение. Тисевич на Лызика. Лызик в аут. Лызик в аут попадает. Нет, все-таки в площадку попадает Дмитрий Лызик. И 23-22. Второй тайм-аут от Игоря Юрьевича Шулепова. Ну, возможно, это ключевой сет вообще во всей серии «Урал-Локомотив». Закончился перерыв. 23-22. Локомотив впереди. Алексей Родичев на подаче. Ошибается Алексей Родичев. И 23-23. Мартынюк принимает на чужую сторону. Гордон Перин. 24-23. Было видно, что Феоктистов неудачно подбросил. Немножко так мяч влево полетел. Не та высота. 24-24. Дмитрий Лызик будет подавать. У него очень неприятная подача. Но надо справляться. Опять же, на передней линии есть Гордон Перин. Есть возможность использовать пайп. Вместе с Егором Феоктистовым. Уралу надо сниматься, и Урал может это сделать. Феоктистов. Перин будет бороться с тройным блоком Гордона. И грамотно катит. И нет. Достает все-таки Ивович. Есть защита. Брагин пасует на Перина. Перин снова с тройным блоком. В Лызика туда катил. И Марко Ивович. Рыбаков в защите. Он один адресат для передачи. Феоктистов. Мяч в игре остается. Перин. Рыбаков. Забивает Евгений Рыбаков этот розыгрыш. 25-24. Урал впереди. Никита Иванков выходит на подачу. Никита Иванков. Его, кстати, один из немногих эйсов был на этой стороне площадки несколько туров назад. В общем, Рыбаков. Сейчас Рыбаков сейчас на задней линии. Феоктистов и Иванков вместе с ним. Иванков. Хорошая подача. Круглов. Забивает с касанием блока. 25-25, обратная замена Урала. Но сказать, что Иванков там как-то неудачно вышел, нельзя. Обратная двойная. Абаев на подачу вместо Круглова. Ну а на передней линии Дражен Лубарич. Лубарич выходит, чтобы решать концовку при счете 25-25. Посмотрим, не остыл ли Дражен.
Абаев на подаче у Локомотива. 25-25. Пока счет равный, и Урал стабильно держит съем. В концовке это тоже надо принять во внимание. Абаев аут подает. Выпустили, чтобы усилить подачу. «26-25. Роман Порошин. Я думаю, что будет выцеливать Ивовича. Так и есть. Ивович забивает. 26-26. И Марко Ивович выходит на подачу. Я так понимаю, что ему дают задание просто вести мяч в игру, не рисковать. Ивович один из лучших подающих. Но сегодня у него есть достаточные проблемы с подачами, а Урал пока что держит и держит свой съем. Калинковский забивает первым темпом. И вот сейчас шанс на подаче Гордона Перина взять брейковое очко у Урала. 27-26. Сетбол у уфимцев, и они могут выиграть вторую партию на подаче Гордона Перина. Мартынюк, выбитый прием. Родичев, скидка, и все! Вот это да! 28-26, но пока не все. Рано радоваться, потому что Пламен Константинов хочет взять повтор. Буду смотреть касание сетки. Затягивается просмотр у нас. Не удовлетворен запрос команды «Локомотив», и счет становится 1-1. 28-26. Урал впереди. Мы уходим на небольшую паузу.
1-1 счет в матче между Уралом и Локомотивом, и команда возвращается на площадку, но произошло такое, можно сказать, знаменательное событие для этого сезона. Повода для гордости, наверное, у уфимцев мало, но, тем не менее, Урал впервые в этом сезоне за 4 матча выиграл 1 сет новосибирского Локомотива. И новосибирцы появляются на площадке. Чуть подзадержались они после этого перерыва. 1-1 счет становится, и тем интересней. Нас ждет противостояние в следующих партиях. Пока будет Урал подавать, и кто это будет делать? Наверное, Роман Порошин. Судя по расстановке, да, так и есть, Роман Порошин со своей подачи начнет этот сет. Порошин. Вот, довольно неплохо подает. Куркаев первым темпом. Брагин мяч в защите поднимает. И Рыбаков. Но есть еще одна попытка у Рыбакова. Вон тут Вабаева катит. Лубурич. И Лубурич на групповом блоке забивает. 1-0. Ну, Рыбаков дважды в атаке забить не сумел. А вот Лубурич свою первую попытку реализовал. Илья Скуркаев. Рыбаков! По-моему, без блока, да, вообще? Давайте сейчас повтор посмотрим. Да, без блока. Это шикарная атака. И Роман Порошин оставляет Евгения Рыбакова на чистой сетке без блока. Браво, Роман! Гордон Перин. Лызик, наверное, будет. Да, Лызик! Ну, забивает Дмитрий Лызик. Эта зона даже с моей комментаторской позиции прочиталась. 2-1. Это говорит о том, что самые скрытные передачи от Константина Абаева мы видим. Но пока для волейболистов Урал они нечитаемы. Дражин Лубурич ошибается на подаче, и башкирские стены явно ему не помогают. Клинковский готовится подавать. Родичев, есть защита от Феоктистова. Да, это ошибка второй передачи, но все Филиппов ошибается. Тут арбитры приняли грамотное и правильное решение. Никаких споров быть не должно. Я думаю, что Куликов сейчас попытается узнать, что в прошлый раз почему не дали. Но это уже отголоски прошлого. Тем более, сет закончится в пользу Урала. Тут чистая ошибка Куликова, правильное решение арбитра. Родичев. Довольно неплохая подача в его исполнении. Феоктистов забивает просто шикарно. Красавец Егор Феоктистов. Евгений Рыбаков на подаче. Ну да, по-прежнему этот элемент не ладится у Евгения Рыбакова, и он ошибается. 4-3. Там, кстати, очень активно разминается Дмитрий Щербинин, может выйти в центр сетки, Игорь Тисеевич и Павел Кругов. Возможно, вновь будет эта двойная замена, которую мы так все привыкли видеть, пока Лызик подает. И Илья Скуркаев забивает. Есть ошибочка в приеме. Урала 5-3. Смотрим еще раз. Без шансов, да? Забивает как-то Порошина, связующего против такого высоченного центрального с ростом, это я сейчас уточню, 2-8 бороться. Практически не так.
Брагер. На этот раз идеальный прием. И фиактистов отыгрывается от рук блокирующих. Фиактистов вообще так грамотно, с улыбкой на лице действуют. Молочки, Егор Фиактистов. Фиактистов продолжает подавать. Отличная подача от него. Лубурич, сброс. Ну... без комментариев. Мне кажется, иногда в этом сезоне Лубурич мог выходить в составе тоже еще одного успешного новосибирского клуба, баскетбольного клуба «Локомотив». А, да, «Локомотив», кстати, краснодарский, да, прошу прощения за это упущение. Хотел так немножко подколоть Лубурича, но в итоге не получилось. Абаев делает эйс. Ну, конечно, такой, я думаю, неприятный эпизод для уфимцев. Они вот сконцентрировались на этом, но пора забыть. Пора забыть про такие вещи и самим набирать очки. Гордон Перин атакует, но есть переброс. Фиактисов оставляет Урал без пайпа. Порошин неудачно сбрасывает. Лубурич просто катит высокий мяч. Перин! Ну, соорудил такое что-то интересно. 8-4, тайм-аут нужен уфимскому Уралу, но... я думаю, вы все сами видите, с кем там беседует Книжников и как эмоциональный Игорь Юрьевич Шулепов. Это все с улыбкой смотрит Плавин Константинов. Я думаю, он, как и Игорь Шулепов, тоже все видел. Но нет повода для грусти у Пламена Константинова. Только повод для радости. Тут тайм-аут, конечно, надо брать у Финти. 9-4. Опять же, очень такой интересный эпизод. С одной стороны, у Финти, конечно, правы. Нужно отстаивать свои права. С другой стороны, ну, сейчас вот в этом эпизоде кто кроме них виноват? Нужно самим забирать очки. А пока они тратят лишнюю энергию на разговоры с арбитрами, я думаю, что в этом плане уже надо просто смириться в какой-то степени, если кто-то с чем-то не согласен. Закончился тайм-аут. Команда уже на площадке. Абаев будет подавать. И Абаев ошибается. Что очень хорошо для уфимцев. Куликов. Мартынюк идеально доводит в этой ситуации, и Лубурич без шансов забивает. 10-5. Двукратное преимущество Локомотива. Ивович подает в Брагина Феоктистов. На Рыбакова, тут на тройном блоке. Ивович! Крайне неудачно действует защита. Там, интересно, вообще было касание? Было? Да, вот как раз Куркаев и говорит, что касания блока не было. Шесть-десять. Евгений Рыбаков забивает. И Роман Порошин отправляется на подачу Урала. Важный момент. Абаев. Передача на Родичева. Там скидка. Порошин. И Актистов снова на Рыбакова. Рыбаков! Забивает. Там вообще два раза Рыбаков бил в аут. Но очень вежливые волейболисты
Локомотивы не стали мяч этот пропускать, и в итоге 2 очка Урала принесли. Но Рыбаков в любом случае молодец, но в этой ситуации он как из пушки выстрелил, и никаких шансов там на то, чтобы отреагировать, как-то увернуться от этого мяча у Абаева не было. Порошин после своей удачной подачи подает не самым лучшим образом, делая счет 11-7. Куркаев. Феоктистов пасует снова на Рыбакова. Феоктистов мяч в защите поднимает. Рыбаков без ошибки передача. Гордон. Перин откручивает этот мяч. И он летит после касания пальцев блокирующих Локомотива. Вал, делая счет 8-11. И замена. Щербинин поменяет Лызика. Опытный центральный. Ходят разные слухи, якобы Щербинин следующий сезон продолжит в казанском «Зените». На такую информацию я тоже не натыкался. Ну, вообще, уже ближе к концу чемпионата, как мы знаем, в волейболе появляются самые разные интересные трансферные, я бы сказал, пока слухи, все-таки не новость. Но это когда уже более что-то официально известно. И Перин в защите, как этот мяч поднял, Лобурич добил, да. Ну, тут Порошин... Наверное, делал все правильно, боялся он ошибиться в выполнении второй передачи, но вот Дражин Лубурич забил. 12-8, Дражин Лубурич после своей успешной атаки будет подавать. На подаче у него все складывается, я бы сказал, пока что плохо. Ну вот сейчас подает, но, правда, Брагин идеально просто справляется, и Дмитрий Калинковский забивает первым темпом. 9-12. Ну, отметим, что новосибирцы раз за разом эти мячи в защите от первого темпа цепляют, тем более, что но он просто туда выходит по месту очень грамотно. Защищающийся игрок в шестую зону, где-то в 7 метр встает и поднимает эти мячи. Видно, что хороший разбор у новосибирцев. Егор Феоктистов! 10-12, замена связующего. Тисевич меняет Абаева. Есть ощущение, что немножко нервничает и Пламен Константинов. Не все так складывается, как он хочет. И вот уже Абаева меняют. Но большущий молодец Феоктистов. Он продолжает от рук крутить и добиваться очередных результативных действий. Тисевич. Передача на Родичева. Феоктистов мяч в защите достает. Тисевич за голову, наверное. Нет, снова на Родичева. Феоктистов. Мог ведь этот мяч достать в защите, но не получилось. Но сейчас очень важно Уралу сразу сняться. Сразу сняться вообще без каких-либо лишних движений. Уфимцам нужно держать съем. Ну а Новосибирск, конечно же, попытается на подаче Родичева сделать небольшой отрыв. Феоктистов не самая удачная доводка сейчас и передача. Ну, видно, что Феоктистову не так прям все комфортно, но Феоктистов было касание поля, нет? Не забивает, ну, видно, что Егор немножко после того розыгрыша поплыл. Видно, что немножко поплыл, а его все передачами кормят и кормят. 10-14. Родичев будет подавать. Аут, аут, аут. Никакого касания не было. Так, будет смотреть попадание в площадку, но мяч был в ауте. Там, знаете, какой момент можно было смотреть? Коснулся ли мяч Гордона Перина? Очень активно. Вот обсуждали Феоктистов и Шулепов этот эпизод. Вот мы видим плакаты, которые болельщики подготовили. Z-
запрос Локомотива не удовлетворен. Рыбаков. Шикарная подача от Рыбакова. Лубурич. С касанием. Щербинин. Хорошая подача. Рыбаков. 16-11. Щербинин. Снова отличная подача от него. Феоктистов с касанием забивает Егор Феоктистов. 12-16. Хорошая подача Феоктистова. Лубурич. Ну, он пока без шансов проходит. 17-12. Замена. Вместо Феоктистова Виктор Пивоваров на заднюю линию появляется. Кисевич. Перин поднимает мяч. Куликов. Шикарный первый темп. 13-17. Куликов. Рыбаков этот мяч достает, Перин подбрасывает, Пивоваров, есть с касанием блока, Виктор Пивоваров, 14-17. Воспитанник волейбольного клуба «Урал», 21-летний Виктор Пивоваров забивает на тройном блоке, выйдя просто помогать в приеме на заднюю линию. Ай да Виктор Пивоваров. Продолжает Куликов свою подачу держать. Ивович, ну как это, стык он проходит, но там одно направление. Ивович, 18-14, он на подаче. Уралу надо сниматься. Брагин. Идеальная просто доводка для съема. Гордона Перина прикрыли. 19-14. Есть ощущение, что мы посмотрим следующие партии. Возможно, даже целых 5. Ивович продолжает подавать. Ивович. Пивоваров. Идеальная доводка. И сброс от Калинковского, и Сеич подстраховал. И аут. В аут попадает Дражин Лубурич. Не-не, ну тут чистый мяч в аут попал, по-моему. Ну хотя, очень уверенно. Новосибирцы, даже Пламен Константинов пошел давить на линейного арбитра. Все очень быстро посмотрели, и мяч в ауте. Все, видео повторов больше
у Пламенна Константинова нет. Получается, зря давил на линейного. Он-то все видел. Роман Порошин. Был от него сегодня эйс, были выбитые приемы. Не самый удачный подброс, но хорошая подача. Лубурич! Вот Дрожен вышел и свой уровень начал показывать. Илья Скуркаев. Ошибается Илья Скуркаев. 16-20. Ну, подача Гордона Перина как одна из последних надежд в этом сете. Есть еще в запасе Урала выход Никиты Иванкова. Ну, тот должен, ну, я не знаю, просто на максимуме подавать. На максимуме того, что может, но на максимуме должен подавать и рисковать Гордон Перин сейчас. По-другому никак. Гордон рискует. Но Мартынюк идеально. Давай первый темп. Нет, это пайп. Слушайте, ну, Тисевич отлично вообще. Просто отлично вышел и начал показывать тот волейбол, который, я думаю, видит Пламен Константинов. Намного быстрее стала игра. И опытный Тисевич, пришедший по ходу сезона из «Динамо» из Ленинградской области, усилил команду. Тут еще и Дрожен Выборич расподавался. Рыбаков с тройным блоком. И Рыбаков уверенно забивает на этом тройном блоке. Появляется на подаче вместо Дмитрия Кольниковского Никита Иванков. Есть эйс от Никиты Иванкова. 18-21. Айда, воспитанники Урала. Подача, так понимаю, тайм-аут был. Ну, уже поздно. Иванков, еще одна солиднейшая подача. Ох ты, Лубурич, какая вторая передача. Есть блок, ну какая вторая передача. Ну что это такое в исполнении Лубурич? Я почему возмущаюсь, ну не должен так профессионал пасовать. Не должен профессионал так пасовать. Дражин все-таки большой мастер, потехничнее. Покачественнее эту передачу нужно отдавать Дражину. А не так, что мяч в воздухе крутится. Так можно и ошибку в передаче увидеть. 19-21. Тайм-аут на подачах Никиты Иванкова. Воспитанник Урала принес два брейковых очка. И Леонид Кузнецов, символизирующий, показывает два пальца. И прекрасно понимаем, на что он намекает. Но мы продолжаем смотреть волейбол дальше. 19-21. Да, кажется, что заволновался Иванков после всего вот этого накала, но продолжает он подавать. Мартынюк к пятому метру, его отжимает Родичев на тройном блоке, и его Урал зачехлил и закрыл. Дрожен Лубурич, ну, специально обученным людям добавляет работы прямо сейчас. Тут еще и камеру сбили, ее нужно будет срочно поправить. И вот человек в черном костюме, в синей кепке, молниеносно подбегает и ставит все эти баннеры на места. Видно, что профессионалы работают. Никита Иванков продолжает подавать. У него есть брейковые очки. И сейчас Иванков подает. Лубурич! Иванков еще в защите мог этот мяч поднять, но все. На этом подвиг Иванкова в этом сете как минимум закончен. Но аплодисменты мы видим на трибунах. 22-20, и психологический перевес явно на стороне уфимцев прямо сейчас. Несмотря на счет, нужно бежать, нужно сравнивать.
этот счет Алексей Родичев. У него было много, очень много ошибок на подаче. И сейчас уфимцы должны сниматься в этом эпизоде по-другому никак. Ну а Родичев попытается, конечно, свое преимущество развить. Феоктистов. Есть доводка, ну хоть какая-то там. И сам же Егор будет исправлять свой прием, и он его исправляет. 21-22. Егор Феоктистов забивает. Урал набирает очередное очко. И подача Евгения Рыбакова прямо сейчас. Как она важна. Как она важна для уфимцев. 22-21. Счет может стать 22-22. Рыбаков. Все зависит от него. Пушечный выстрел. Куликов не стал бить переходящий мяч. Но Куликов забивает с первого темпа. 22-22. И 23-22 счет может стать на подаче Рыбакова уже. Пользу уфимцев. Вот это да. Переходящий мяч. Подстрелили Мартынюка. И перерыв второй использует Пламен Константинов на подаче Евгения. Вот это сет. Вот это сет. И воспитанники Урала. Сначала первый. Никита Иванов. Ну, сначала Виктор Пивоваров. Забил на тройном блоке. Шикарный мяч. Затем Никита Иванков выдал целую серию подач. Ну а после Евгений Рыбаков продолжил, да и продолжает прямо сейчас эту погоню за игроками Локомотива. Рыбаков подает, и счет может стать 23-22 в пользу Урала. Рыбаков, все требуют эйс, и будет ли этот эйс? Шикарная подача, Тисевич, Ивович, очень быстрый мяч, поднимает перин в защите, сам Рыбаков, ну как можно было отправить этот мяч в сетку, Евгений Рыбаков. 23-22, но не падать духом сейчас Уралу. Конечно, такая ошибка, это всегда неприятно. И тут еще и Щербинин будет подавать. Он очень серьезные проблемы доставил уфимскому Уралу. Брагин принимает. И Гордон Перин без шансов просто для Локомотива. Пламену Константинову остается лишь разводить руки в сторону. Егор Феоктистов. Мы помним, как круто он подавал в концовке прошлого сета. Ну что ж, Егор Феоктистов, 23-23. Феоктистов. Куркаев первый темп забивает. Вот это да. Оказалось, что ну не смогут уже после такого приема сыграть первым темпом новосибирцы. Но они смогли. Тисевич еще будет подавать. Но тут такой интересный момент. Что на грани ошибки там Родичев принимал, и он большой молодец, что в итоге сумел этот мяч доставить. Но сейчас уфимцам нужно сниматься обязательно. Перин принимает. Рыбаков без шансов. И какой же молодец здесь, конечно, Роман Порошин. Он все прекрасно видел, что выдвигается, что сделал шаг вправо. Куркаев, видите, да, как он дернулся. И там Ивович, и там, по сути, вообще открытая полностью линия. Кличенко ничего не сумел сделать, а Максим Куликов будет подавать. Снова на больше-меньше. 24-24. Максим Куликов на подаче Урала. Отправляет Максим Куликов этот мяч в аут. Марко Ивович под свист трибун. Прямо сейчас подает. Уфимцам нужен съем. Ивович ошибается. Вот это давление. Вот это давление трибун. И сразу видно, что Урал играет дома, да? Настоящий огонь. Настоящий пожар на трибунах. Роман Порошин, игровой капитан, прямо сейчас подает. Ивович.
Лубурич, есть смягчение! И Гордон Перин с двойным блоком! Ну, кажется, что не было тут ничего. Кажется, что ничего не было. Возьмут просмотр, потянут время. И финцы. Очень быстро разглядел все арбитр. Касание блока! Там Перин в шоке! Вы посмотрите, что происходит! И 26-25! Урал впереди! Ай да Гордон! Ай да Перин! Вот это да! Роман Порошин, сетбол у уфимцев, подает игровой капитан. Ивович принимает, скорее всего, Куркаев или кто? Лубурич! Лубурич без шансов забивает. Там какие шансы? Дрожен в максимально комфортной для себя ситуации атакует. Конечно, очень хорошо. Дрожен попал. Ильяс Куркаев подает, уфимцам нужен обязательно съем. Брагин принимает. Порошин. Отличная, шикарная передача Романа Порошина. У Пламена Константинова своя правда, но мы смотрим на эту шикарную передачу одной рукой от Романа Порошина. И Дмитрий Коренковский забивает. И Гордон Перин может своей подачей принести решающее очко в этом сете. Уралу Перин подает. Лубурич, есть смягчение, ну не догнать этот мяч. 27-27, Дражен Лубурич отлично проходит переднюю линию. Забивает все важные мячи в концовке. Но с подачей у него были проблемы. И сейчас уфимцам продолжит свою мысль, да, что нужно держать свой съем хоть как. Ошибается Дражен Лубурич. ...28-27, Дмитрий Коренковский будет подавать у Урала. Вот это матч, и Коренковский может принести победу своей команде со счетом 29-27. Центральный блокирующий Урала на подаче. Подает в Родичева, и Родичев! Есть смягчение, сейчас один, наверное, адресат, это Лубурич! Лубурич, вот это машина по набору очков! Да, к Лубуричу были, наверное, претензии... По ходу всех партий, за исключением сета под номером один. Ну, дескать, он там где-то в середине, в начале не набрал. Но вот он классный волейболист. Классный волейболист. Он все очки в концовке набрал для Локомотива. Алексей Родичев. Уралу нужно держать свой съем. Родичев подает. Перин принимает. И, возможно, Перин принимает из аута. Есть перерыв сейчас у Урала. И этот тайм-аут будет взят. Мяч в аут уходил, мяч в аут уходил в этой ситуации. Вот эту погоню, да, устроил Урал. Казалось бы, в безнадежной ситуации уфимцы отыгрывались. Выпустили Пивоварова, выпустили Иванкова, и вот это, да. Отыгрался Урал, ну, туда мяч в аут уходил. Ну, в восьмом метре там сидел Перин. Еще на уровне плеча принимал. Понятно, что мяч уходил так где-то под 11 метр за пределы площадки. Урал сейчас попытается сняться. Аут, мяч в ауте, мяч в ауте. Не будет, нет просмотров у Локомотива. Нет просмотров у Локомотива. Пламен Константинов просит Книжникова взять этот челлендж. Но Книжников говорит, а я тут все видел. Евгений Рыбаков готовится выйти на подачу у Урала.
Далековато Валка. Щербинин. Дмитрий Щербинин. По-моему, в прошлый раз он ошибся как раз. Да и Урал удержать съем при счете 30-29 надо. Брагин принимает. Куликов первый темп. Без шансов. Макс Куликов. 30-30. Ай да матч. Ай да сражение. Егор Феоктистов появляется на передней линии. Феоктистов отжимает от линии Лугурича и Тисевич пасует на Аивовича, и тот ваут бьет. Да, не Лугурича, а Аивовича, он там от линии отвел на четвертый метр, и Аивович после не самого удачного приема еще Аивовича не забивает. Егор Феоктистов готовится закончить этот сет 31-30. И Феоктистов. Ильич принимает. Дражен Лугурич. Достает Порошин. Этот мяч достает. Достает Роман Порошин. Но будет видеоповтор. Будет видеоповтор. Тут уже, конечно, судьи не рискнут. И, возможно, там не по правилам уфимцы этот мяч доставали. Но мы сейчас посмотрим. Николай Книжников молодец в этой ситуации, он все правильно оценил, сейчас будет смотреть повтор. Сейчас будет смотреть повтор, потому что, ну, очень спорный эпизод, я с арбитром не согласен. И принимать такое решение, возможно, ключевое в матче. Не стоит. Но, опять же, мы надеемся на профессионализм арбитра. Что они все грамотно смотрят в этом эпизоде. Ну, очко Локомотиву. Очко Локомотиву отдается. Николаю Книжникову бы самому посмотреть этот эпизод еще. Так, а не видно, где мяч пролетает? Не видно, где мяч пролетает. На этом повторе не видно, где мяч пролетает. Не видно, где мяч пролетает. Не видно, где мяч пролетает. Очко должно быть Уралу. Не видно на повторе, где мяч пролетает. Поэтому должно остаться первое решение арбитров. Так, Синиченко. Ну нет, нет, очко Уралу. Что, решение арбитров остается. На этом повторе ничего не видно. О, Пламен Константинов желтую карточку готовится получить. Зашел на сторону Урала. Все! Урал выигрывает! 32-30! Мы уходим на перерыв!
что ж, я думаю, что в Новосибирске уже все выпили валидол, а в Уфе еще не отошли от концовки третьего сета. Кто бы мог подумать, что такая жара будет в Уфе в этом матче, и мы смотрим за стартовыми составами. Есть одно изменение у Локомотива. На площадке появляется Игорь Тисевич. Он заканчивал прошлый сет, но если брать, если сравнить со стартом, то, конечно, это изменение. Ну что ж, как же интересно понаблюдать за тем, что будет дальше. Матч под номером 3 в Новосибирске. Или что-то иное. Или все закончится в Уфе. Ивович, но уфимцы вряд ли хотят все заканчивать в Уфе. Они хотят снова посмотреть на чудесный город под названием Новосибирск. Коленковский ошибается первым темпом. Немного рискованная передача, учитывая, что темпы у Урала не так уверенно работают. Ивович. Хорошая подача, но тут Феоктистов и Рыбаков шикарно забивают без шансов для Семена Кривиченко. Один. Щербинин на подачу у Лока. Феоктистов принимает. Сам же Феоктистов, скорее всего, будет исправлять свой прием. Сброс довольно грамотно. Тисеевич сзади есть Лубарищ. На него передача, она была читаемая. Но Рыбаков в защите мяч поднять не сумел. 3-1. Новосибирск впереди. Пока Щербинин подает довольно неплохо. Ошибается Щербинин. И Дмитрий Коленковский будет подавать у Урала. Ошибается и Коленковский. К сожалению, для уфимцев. Дражен Лубарич выходит на подачу. Дражен, конечно, фантастическую концовку провел. Хоть и там вот этот вот последний мяч он не забил в решающем эпизоде, тем не менее, ну, Дражен был единственным человеком, который стабильно набирал очки в конце. Дражен отлично подает. Феоктистов, быстрый мяч, его закрывает стык. Это делает Илья Скуркаев. 5-2. Возможно, и тайм-аут сейчас возьмет Игорь Юрьевич Шулепов. Но пока нет никакого перерыва. Лугурич. Шесть два. Игорь Юрьевич Шулепов получит желтую карточку. Не получит. Потому что Игорь Юрьевич человек вежливый, он вовремя извинился. Не хотел ничего портить. Ну, вот. Николай Книжников тоже добродушный человек. Не показал Игорь Юрьевич Шлепову желтого в этой ситуации. Феоктистов на групповом блоке. Его снова закрывает. Тут такое ощущение, что надо Егору отдохнуть. 7-2. А возможно выйти и Пивоварову. Возможно. Кто знает. Лубарищ будет подавать
Новосибирска. Посмотрим, как он справится со своей серией подач. Ну, идеально просто подбрасывает. Пирин отлично в приеме действует. Но на этот раз Феоктистов забивает. Пробивает он там защиту Семена Кривиченко. И... Евгений Рыбаков будет подавать. Заступ Евгения Рыбакова. 8-3. Так, и все. Посадили на скамейку для запасных Семена Кривиченко. Очень недоволен действием Пламен Константинов. И вот сейчас как раз в защите будет играть и Мартынюк. Родичев ошибается. И 8-4 счет становится. Если быть точнее, 4-8, так как Урал подает. И Егор Феоктистов. Все внимание на него. Феоктистов. Две ошибки Урала подряд на подаче. Илья Скуркаев. Феоктистов идеально принимает. Рыбаков без блока. Слушайте, вот это уже третий раз, когда Роман Порошин без блока в этой серии оставляет Евгения Рыбакова. Ну, Роман Порошин просто красавец в этой ситуации. Мы вообще поаплодируем Роману. Он отличный сезон проводит в составе Урала. Вырвался из питерского «Зенита». Ну как вырвался? Он и там отлично играл на самом деле. Мы помним даже прошлогодний матч, когда он выходил в Уфе на замену вместо Дмитрия Ковалева и довольно уверенно играл. Тут на этот раз аут. Ошибается Дражин Лубович. Ну и вот сейчас Роман Порошин уже весь сезон проводит в качестве основного и незыблемого связующего замена. Его практически не меняют. Если мы вспомним, то его меняли там... один раз его менял Олег Терентьев на один розыгрыш. И в «Динамо», когда играли с «Динамо» из Ленинградской области, его менял Ярослав Астраховский в третьем сете. Больше замен, ну, не было. И то та замена была вынужденная. Это блок. Уфимцы закрывают. 7-9 Дражина Лугурича. Две ошибки подряд у Лугурича. Так вот, и Порошин вот сейчас показывает свой высочайший уровень. Высочайший уровень передач, высочайший уровень ведения игры в плане волейбольного интеллекта, да? Порошин может добавить на подаче, может прибавить на блоке. Это связующий уровень сборной России, дорогие друзья. Я думаю, что многие со мной согласятся. Хочется, чтобы с этим согласился и Томас, и Мельво, и, по крайней мере, рассмотрел в этом сезоне сборных команд Романа Порошина, ну, потому что Порошин действительно очень серьезно прибавил. Очень серьезно прибавил. 10-7. Игорь Тисевич. Неплохая подача, но Перин справляется, и Перин скатывает этот мяч. Лугурич. Ну что это? Это бросок. Нет, это не бросок. Значит, мне показалось. 11-7. Тисевич готовится подавать. Есть прием. И идеальная передача Романа Порошина. И шикарная атака от Гордона Перина. Снова мы просто аплодируем Романа Порошина. Трибуны просят эйс от Порошина. Ну, тут идеальная просто доводка. Щербинин первым темпом в аут. Калинковский показывает. Да, посмотрите повтор. Пламен. Пламен будет. Похоже, был касание.
Очень интересный эпизод. На табло пока горят цифры 9-11. Аут! Никакого касания блока не было. Я даже не знаю. Драсен Лубурич. Ну, его явно нельзя сравнить с персонажем из Marvel Соколиный глаз, потому что, ну, я не знаю. Как он там увидел это касание блока, ну, это... Я не знаю, как это объяснить. Там далеко этого касания даже не было. Лубурич, есть защита у Урала! Брагин догонит этот мяч! А Перин перебросит. И Щербинин, наверное, первый темп. Нет, Лубурич новый. Брагин не смог немножко среагировать, но было сложно, наверное. Так, ну, давайте повтор посмотрим. Двенадцать девять. Марко Ильич будет подавать у гостей. У него есть большие проблемы с подачей в Уфе пока что. Здесь трос смягчает, и нельзя назвать эту подачу успешной. Кривиченко мяч поднимает, будет фрибол. Феоктистов доводит. Калинковский забивает! 10-12. Ну, Марко Ивович, конечно, не показывает тот уровень на подаче, который мы от него привыкли видеть. К сожалению, для новосибирцев пока очень много каких-то таких неточностей есть. Гордон Перин. Рыбаков и Брагин. Просто молодец. Феоктистов. 10-12 счет был. И сейчас он стал 11-12. И мне кажется, мы даже этот розыгрыш увидим во многих пабликах в соцсетях. Потому что он достоин лучших публикаций в ваших лентах. И замена вместо Родичева появляется на площадке — Сергей Савин. Ну а пока Гордон Перин отправляется подавать. Укороченная. Мартынюк принимает. Щербинин забивает первым темпом. Но Калинковский здесь большой молодец. Все равно среагировал на первый темп, и совсем немного ему не хватило для того, чтобы остановить Щербинина. Сам же Щербинин будет подавать. Трос смещает его подачу, и Феоктистов. Усавин достал этот мяч. Лубурич. Аут! Попадает в аут Дражен Лубурич. Ну и уже Пламен Константинов не слушает своих волейболистов, которые на эмоциях покажут площадку, так как понимает, что у него нет больше, если он ошибется, то у него не будет больше челленджа. Калинковский, хорошая подача от Дмитрия, и бросок! Нет, не бросок все-таки, да. Ну, тут, конечно, посмотрите, да, какой момент, обманный удар, да, ну, такой... Я имею в виду бросок, да, больше под заднюю линию. Ну, правильно все сделал здесь Куркаев. Другой вопрос, что Калинковский оказался в шестой зоне и не справился. То есть был бы либер, он бы, конечно, дотянулся. Дражен Лубурич подает. Ошибается Дражен Лубурич на подаче. 13-14. Евгений Рыбаков. Поддержал челлендж Дражена Лубурича. Сергей Савин будет подавать у новосибирцев. Еще ни разу в этом матче не подавал. Хорошая подача. И Перин, посмотрите, как раскинул тут тройной блок. Савин доводит. Ошибка! Ошибка у Локомотива. 14-15. Егор Феоктистов будет подавать.
Эйс просит от Егора Феоктистова, у него уже были эйсы в этом матче. И Мартынюк принимает, Куркаев первым темпом, Рыбаков достает и Порошин достанет. Рыбаков, ну не надо тут рисковать, ну что делает Евгений Рыбаков, тут надо просто мяч отправить в эту сторону. Замена, Виктор Пивоваров появляется на задней линии вместо Егора Феоктистова, а Ильяс Куркаев будет подавать. Куркаев, с его подачей уфимцы справлялись на ура. Что предложит сейчас Ильяс? Пивоваров, идеальная доводка. Максим Куликов! Вот это да! 15-16. Проверили Виктора Пивоварова, и он оказался на 100% готов. Ну а вот сейчас эйс требуют от Куликова уже, и Максим со своей планирующей подачей, далековато, аут, ошибается, много ошибается Урал в этом сете. Семнадцать-пятнадцать счет становится, и Игорь Тисевич будет подавать. Аут, нет, попадает в площадку. Восемнадцать-пятнадцать. Эйс от Игоря Тишевича. Очень важный и очень нужный момент для Локомотива. Пивоваров. Идеальная доводка от Виктора. И тут что? Снова Гордон Перин. Ну, у него вообще не было там разбега. Ну, финцы достают этот мяч. И Ивович забивает. 19-15, и никаких претензий тут, наверное, не могло быть вообще к Виктору Пивоварову, который просто идеально там поднял мяч в защите, подстраховал. Но 19-15 на подачах Игоря Тисевича Локомотив выходит вперед. И все то же преимущество, которое было в прошлой партии. 19-15. Игорь Тисевич будет подавать у Локомотива. Пивоваров, снова идеальная доводка. Рыбаков и Кривиченко мяч в защите достает. И Савин. Простой переброс. Пивоваров пасует. И Гордон Перин снова. Ну, Кривиченко, какие сейвы в защите он делает. А Рыбаков. Игорь Тисевич, одна подача связующего гостей, многое решает сейчас. Пивоваров, на этот раз не самая лучшая доводка. Гордон Перин забивает. Забивает Гордон Перин. Ух ты, Пламен Константинов шикарную технику футбольную показывает. Три раза набил разными ногами и отправил мяч специально обученным людям, которые распределяют мячи по площадке. Щербинин забивает. Первым темпом 21-16. Марко Ивович готовится подавать. Далековато ваут Ивович и... Егор Феоктистов на передней линии появляется. Меняет Виктора Пивоварова. Феоктистов передохнул, а Гордон Перин отправляется подавать.
Гордон Перин на подаче Урала. Отлично, он подает, ошибка второй передачи, нет, неужели, ой-ой-ой-ой-ой, тут что творится, ну тут понятно, да, все-таки такой розыгрыш дали доиграть, Тисевич там кое-как доставал в прыжке, и для динамики это было понятно, да, что дадут продолжить, Тисевич, конечно, большой молодец в этой ситуации. Щербинин. Рыбаков. 23-17. Евгений Рыбаков. Ошибается Рыбаков. Сам Рыбаков принимает на ту сторону. Порошин пытался заблокировать и... Нас ждет пятый сет, похоже, друзья. Если Урал какой-то героический подвиг не совершит. Перин не забивает. Ивович и Савин. Простой переброс. Перин довольный. Сейчас Рыбакова можно включить. Рыбаков не забивает. Савин. А Савин забивает. Проходя по линии 25-17, нас ждет пятая партия. Мы уходим на небольшой перерыв. На этот момент настал пятый сет матча Урал-Новосибирский Локомотив. Прямо сейчас на ваших экранах мы все замерли в ожидании развязки
этой важнейшей встречи одни могут сравнять счет серии и перевести игру в третий матч, который пройдет в Новосибирске 31 марта, а другие могут себе обеспечить путевку в финал шести. Кто окажется сильнее, пока мы не знаем, но мы внимательно следим за тем, что будет. По сравнению с четвертым сетом, есть одно изменение в составе, и вновь у Локомотива Сергей Савин появился на площадке еще в середине сета, заменив Алексея Родичева. И вот сейчас мы ждем. Гордон Перин начинает подавать. Ивович, куда? Посмотрите, он отжал. Ивович, тройной блок. Феоктистов откручивает, но тут Ивович доводит. Тисевич на Лубурича, 1-0. Локомотив начинает вести в счете. Тисевич. Ой-ой-ой-ой-ой. Пытался он сломать Игоря Шулепова в своей подаче, но мяч и в Игоря Юрьевича Шулепова не попал. Дмитрий Клинковский отправляется на подачу у Урала. Савин принимает. Ивович! И монстр-блок! Два один. Егор Феоктистов ставит блок Марко Ивовичу. Калинковский снова в Савина. Щербинин первым темпом забивает. Гордон Перин там пытался этот мяч в защите поднять, но не получилось. Марко Ивович будет подавать. Феоктистов принимает. Рыбаков. Надо доигрывать эпизод. Касание сетки у Локомотива. Уфимцы молодцы, доиграли эпизод. Есть ощущение, что дальше Урал продолжит этот матч с передачами в третью, в четвертую и в шестую зону. Потому что пока Евгений Рыбаков продолжает чехлиться. Но очень важна его подача. Очень важна его подача. Сейчас или никогда. Подброс хороший был и есть. Хорошая подача. Савин по линии будет. Понятно, любимое направление. Что, мяч в ауте. Мяч в ауте, мяч в ауте, будет челлендж. Ну и внимательно следим. Мяч в ауте, друзья! Четыре-два. Уфимский Урал впереди. Ну и Евгений Рыбаков продолжает подавать. Пламен Константинов посматривает квадрат для запасных. Уфимцы. Евгений Рыбаков, воспитанник Уфимского Урала, на подаче прямо сейчас. Отличная подача Феоктистов. Гордон Перин! 5-2 и тайм-аут берет Пламен Константинов. Напряженнейший матч, очень напряженный матч. И еще ничего не ясно, но тем и прекрасен волейбол, что две команды зарубились не на шутку, и у каждой есть шансы на победу.
продолжаем внимательно следить за тем, как развивается событие. Евгений Рыбаков продолжает подавать. Евгений. И смотрим, что покажет воспитанник Урала Евгений Рыбаков. При счете 5-2 он может делать счет 6-2. И у него были отличные пушечные подачи. И снова отличный подброс. Но нельзя останавливаться. Нельзя останавливаться. Как уфимцы остановились-то в этом эпизоде? Сейчас очень важный момент был. Если бы счет стал 6-2, по сути, могло быть все ясно. Но Урал остановился. И Локомотив заработал это очко. Ну как так? Потери концентрации, по-другому не скажешь, к сожалению, для Урала. И Щербинин будет подавать. Перин принимает. Рыбаков. Щербинин там в защите. Макс Куликов. 2 выигрышных мяча у Урала. И уфимцы должны были их выигрывать. Обязаны просто. Не забили. Вот это да. Да уж. Место 6-2, счет 4-5. Щербинин подает. Брагин. Куликов забивает первым темпом. Очень грамотно действует Роман Порошин в очередной раз. Он отдает передачу первому темпу после того, как Куликов не справился в прошлый раз. Сейчас он ему дает возможность забить. Феоктистов, вау. Отличный подброс. Ведь отличный подброс. И чуть-чуть кисть не закрыл Феоктистов. Да, но... Неужели Урал сам сейчас на 3 ошибках подряд сможет отдать этот матч? Или все-таки уфимцы соберутся, пока Дражен Лубурич будет подавать? Виктор Пивоваров. Меняет Егора Феоктистова. Дражен Лубурич на подаче при счете 6-6. И выбивает Виктора Пивоварова. 7-6. Ну вот, опять же, да, кого могут сейчас винить уфимцы? Вместо счета 6-2 сейчас становится 6-7. Потери концентрации. Дражен Лубурич будет подавать. Восемь-6. Смена сторон. Дражен Лубурич на подаче у новосибирского Локомотива. Уралу надо сниматься прямо сейчас. Пивоваров принимает. Гордон Перин. Тройной блок против него. И Гордон забивает. 7-8. Максим Куликов будет подавать у Урала. Есть отличная возможность взять брейковый мяч у уфимцев. Илович принимает. Куркаев. Рыбаков достает мяч в защите. Гордон Перин. И пластается уфимцы. Но достать этот мяч было практически невозможно. Девять семь. Сергей Савин. Лидер новосибирского Локомотива на подаче.
Сейчас Урал должен сниматься обязательно, если хочет побороться за что-то в этом сете. И аут! Хорошо, что Евгений Рыбаков затормозил в этом эпизоде. Так очень четко остановился, потому что мяч мог вновь в него попасть. Но, слава богу, ну, Евгений сделал работу над ошибкой. И все хорошо стало. Роман Порошин. Подача под номером 1. Будет ли подача под номером 2? Нет, не будет пока что. Но будет еще концовка партии. 10-8. Родичев поменяет кого? Куркаева на подачу. Не поможет в защите. Я так понимаю, что задача Родичева не рисковать, а просто мяч вести в игру. Но это отличный шанс для того, чтобы уфимцам сняться. Брагин поднимает этот мяч. Калинковский сброс. Как же неудачно сыграли здесь уфимцы. Еще касается. 11-8. Тайм-аут берет и дальнейший. Да, Локомотив показывает характер, показывает уверенность, но отнюдь еще ничего не ясно. Да, конечно, удивительный эпизод. Один из самых важных матчей сезона. Концовка, пятый сет на площадке Виктор Пивоваров, который до этого вообще даже на задней линии не появлялся. Вот тогда. Вот так новости. И Родичев на подаче. Но он не был так стабилен. Ну вот, это и подтверждает лишний раз мои слова. Обратная замена Куркаев. Появляется здесь Иванков. Ой, Иванков. Феоктистов поменяет Пивоварова. Обратная замена. Обратная замена и у тех, и у других. Гордон Перин будет подавать у Урала. Он может затянуть довольно серьезную серию подач. Очень какая-то длительная пауза была, и Гордон Перин. Хорошая подача. Лубурич, есть смягчение на блоке. Ивович, его закрывают! 10-11. Но мы говорили, что Гордон Перин способен сделать затяжную серию подач, и тайм-аут под его подачей берет Пламен Константинов. 10-11. Закончился перерыв нашего очень нервного и волейбольного матча. Гордон Перин отправляется на подачу. Болельщики просят от него эйс. И я думаю, что это не последняя подача Перина в этом сете. Отлично подает Гордон. Лубурич.
было смягчение, но все-таки Лугрин забивает. Игорь Тисевич будет подавать. У Урала в прошлый раз Тисевич допустил очень такую серьезную грубую ошибку. И сейчас Константинов просит не рисковать. Прям по жестам это видно. Подержать мяч в игре. Рыбаков забивает, Евгений Рыбаков. 11-12. Браво, Евгений Рыбаков. И Никита Иванков появляется на площадке. Человек, который, ну, на подаче которого начался настоящий подвиг Урала в сете под номером 3. Уфимцы именно с его подачи догнали соперника. И вот сейчас Иванков выходит на подачу. Шикарно подает, и уфимцам надо обороняться, и Максим Куликов, 12-12, закрывает первый темп Макс Куликов. И Никита Иванков продолжит подавать. Отличная подача от Иванкова, есть идеальная доводка, Лубурич, есть смягчение, Иванков делает доводку, Феоктистов от рук крутит, но сейчас Лубурич единственный адресат, и сбрасывает Лубурич мяч, Щербинин поднимает, Савин, простой переброс, и Макс Куликов! Макс Куликов, что он творит? Он выпрыгнул на блок, когда была обычная передача. Ай да Максим Куликов! Никита Иванков продолжает подавать. Лубурич далековато за спиной. Сейчас Щербинин или кто? Ивович! Простой сброс поднять не получается у уфимцев, но 13-13 счет. И на подаче максимально нестабильный в этом матче и Марко Ивович. Обратная замена. Калинковский возвращается вместо Иванкова. И Марко Ивович, он очень-очень много ошибался. Посмотрим, что сделает сейчас Марко Ивович. Перин и переброс на чужую сторону. Лубурич забивает. Лубурич забивает, 14-13. И тайм-аут берет Игорь Юрьевич Шулепов. Ивович на подаче у Локомотива. Уфимцам надо обязательно сниматься. Брагин принимает. Рыбаков забивает, Евгений. 14-14. Так немногие обратят внимание, а матч уже 2,5 часа идет. И волейбол просто захватывающий. Евгений Рыбаков в начале этой партии. Он сделал отличный задел на своих подачах. И сейчас ему нужно повторить тот задел. Сделать 2 брейковых мяча. Ошибается Евгений Рыбаков. Щербинин. Ирина отлично принимает. И кто должен был атаковать в этой ситуации?
Куркаева закрывает Максим Куликов. Первый темп. Вот это да. Два блока подряд Макса Куликова. Первым темпом. Вот это да. Вот это да. Максим Куликов. Что происходит сейчас? Вот это розыгрыши. Егор Феоктистов на подаче Урала. Ошибается Егор. И Дрожжев Лугурич. Нужно сейчас подавать. Уфимцам нужен обязательно сейчас съем. Аут! Аут Дрожжев Лугурич. 16-16. И Максим Куликов. У него есть в арсенале, на самом деле, есть и силовая. Но я не думаю, что сейчас он будет всех шокировать и подавать силовую. Хотя так игра идет, может, и силовая полетит. Но я думаю, что все-таки под планер Максим больше заряжен. Третья ошибка на подаче. Ничего страшного на самом деле не происходит, потому что уфимцам нужно просто держать свой съем сейчас. Савин на подаче, и Уралу обязательно нужно сниматься прямо сейчас. Феоктистов. Рыбаков. Все. Ну, понятно, что касания блока здесь не было. И кажется, что сезон для уфимского Урала закончен. Ошибкой диагонального игрока. Ну, не он один, конечно, виноват. Там надо было в середине собираться уфимцам. Ну что ж, на этом мы завершаем этот матч. Урал завершает сезон 18-16. Ах, как похож этот последний матч сезона с прошлогодним. Тогда тоже Урал 3-2 проиграл Локомотиву в пятом сете. За эту команду не стыдно. Уфимский Урал отлично побился, показал отличный характер и, по сути, сам упустил победу. 18-16 Урал проиграл. Мы на этом завершаем наш эфир. Для вас эту встречу комментировал Денис Таипов. До новых встреч. Увидимся в следующем сезоне. Пока!
Наверх надо добраться, соединить с каналом.